Президент России Владимир Путин подписал долгожданный закон о материнском капитале на первенца. Несмотря на то, что документ датирован 1 марта, выплаты получат и на тех, кого родили и усыновили в январе и феврале 2020-го. Размер выплаты составит 466 тысяч рублей. При этом выплата материнского капитала на второго ребенка сохраняется и даже повышается. На второго малыша родители теперь получат 616 тысяч рублей. Напомним, заявление о таком решении Владимир Путин сделал в январе этого года в Кремле во время оглашения послания. Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме. Первый материнский капитал на второго рожденного малыша в России получили в 2007 году. За 13 лет реализации программы «Мат-капитал» россияне получили сотни миллионов рублей. И по оценкам демографов, эта мера поддержки семей стала самой действенной. В Мордовии в прошлом году на свет появилось 5959 новорожденных. Из них 3000 мальчиков, остальные девочки. Из общего числа младенцев, первенцев 38,8%, а вот вторых почти 42%. Эксперты связывают это с тем комплексом мер поддержки семей, которые уже работали в России. По оценке специалистов, семьи из Мордовии предпочитали вкладывать мат-капитал в строительство или покупку жилья. Вложения мат-капитала в образование или здравоохранение случались гораздо реже. Еще один социальный документ, который президент России подписал 1 марта – закон о бесплатном школьном питании для младших классов. Решение уже опубликовано на портале правовой информации. Согласно закону, учеников начальной школы не меньше раза в день должны обеспечивать бесплатным горячим питанием в школьной столовой. Как минимум горячие блюда и горячий напиток. Переход на новую систему начнется с 1 сентября 2020 года. Юлия Пурнова, Павел Толобаев. Наши новости.